Завтра мусульман начинается месяц обязательного поста, который называется Ораза. Чем характеризуется это время и какие рекомендации определило Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии, расскажет Мурат Джанкезов. Рамазан – один из пяти столпов ислама. Пост соблюдается ежегодно. На протяжении месяца мусульмане в дневное время суток не принимают пищу и воздерживаются от употребления воды и других напитков. Месяц Рамазан, он дан Всевышним для блага людей. В этот месяц Аллаху Таала закрывает двери ада и открывает двери рая. Это вот такой вот подарок для мусульман. И в этот месяц мы должны поститься и делать добро. Сегодняшний карантин и самоизоляция по причине распространения коронавируса внес свои коррективы и в правила соблюдения поста. То, что сейчас нам предписали сидеть дома, это мы должны подчиняться беспрекословно. Этим мы приблизим то, что эта зараза закончится побыстрее, и тогда уже будем, если Всевышний даст, к концу месяца, гаид, намаз уже будем делать в мечети. Во время ураза мысли мусульман сосредоточены на духовном самоочищении, групповых собраниях, совместном питании и коллективных намазах. Однако в связи с пандемией коронавируса религиозные лидеры призывают мусульман соблюдать ограничения, связанные с самоизоляцией, чтобы замедлить распространение инфекции. Именно принимается та просьба ко Всевышнему, которую делаешь ты для всех мусульман, и в том числе для себя. Для себя, для своих родных, для родителей. Это быстрее принимается Всевышним, чем та молитва, которую ты делаешь только для себя. Поэтому мы это должны знать и просить уже для всех людей, чтобы вот эта зараза тоже ушла от нас. Мы должны и это просить у Всевышнего. О прощении грехов мы должны просить у Всевышнего. И дай Аллах, чтобы Аллаху Таала принял все наши молитвы. Мурат Джанкезов, Руслан Харченко, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия.